Микрофон? Да. Извините за накладку. Здравствуйте. Начинаем наш сатирический прогноз. Начинаем его с напоминания о последних событиях. Итак, главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Ушедший год был богат событиями. Достаточно вспомнить последний месяц, когда мы чуть ли не каждый день, просыпаясь, спрашивали себя, в какой мы стране проснулись сегодня. СССР, СНГ. Интересно, что политики меняли в новом названии все буквы, кроме буквы «Г». Пожалуй, единственной буквы, которую правильно не произносит ни один наш руководитель. Многие, может быть, поэтому и не говорят до сих пор СНГ, а говорят бывший СССР или на территории бывшего СССР. Считаю, было правильнее бы так и назвать нашу теперешнюю страну БССР. Б. Президент, Б. Советский народ и так далее, Б. Скажем, народные артисты. Однако тогда был бы всего один президент БССР. Все остальные президенты остались бы без работы. Думаю, поэтому и было образовано СНГ. Содружество независимых государств. Название несколько непонятное, поскольку если государство действительно государство, то оно уже независимое. Конечно, наибольшее внимание всех бывших советских людей привлекла в последний месяц самостийная Украина и ее президент. Несмотря на демократичность нынешних взглядов, он по-большевистски решил добровольно в принудительном порядке коллективизировать вооруженные силы и приватизировать Черноморский флот. При этом общенародно обвинил президента России в имперском мышлении, то есть, попросту говоря, обозвал его импером. Словом, которое, видимо, из-за его нецензурности нет ни в одном словаре. Впрочем, успехи Украины за последнее время очевидны, и я думаю, ее президент навсегда войдет в мировую историю под именем Кравчук Таврический или Купон Первый. Простите. Первый тайм мы уже отыграли, но одно лишь сумели понять. Эх, хорошо в стране советской жить. С новым атаманом не приходится тужить. Да, хорошо. Простите за накладку, мне только что сообщили, что пошла мятая пленка, поэтому мне нужно срочно поменять тему. Итак, мудрецы и философы, жившие в средние века и наблюдая за великой европейской бойней народов, сделали следующее открытие. Два народа с провозглашением независимости, прошу следить внимательно, отталкиваются друг от друга силой, пропорциональной квадрату их родственности. Повторяю, пропорциональной квадрату их родственности. То, что мы, наконец, по своему мышлению, приблизились к средним, я бы даже сказал, к очень средним векам, видно по отношениям России с Украиной, а также потому, как обострилась дружба народов Кавказа и Закавказья. Из-за одного Б-президента Грузии телезрители всего БССР спешат ежевечерне к экранам телевизоров, как будто читают приключенческий роман с продолжением. Видимо, президент Гамсахурди воплотил в себе лучшее качество любимых телегероев – спокойствие Штирлица и популярность Изауры. Последнее время из-за него на второй план отошли даже события в Прибалтике. Здесь народы менее родственны, поэтому отталкиваются друг от друга более вяло.
Однако и тут жизнь была насыщена событиями. Установлены таможни на границах, заказана на Западе новая форма для полицейских, переименованы улицы, на все это нужны были средства, поэтому были введены особые налоги, были и другие успехи. Более того, все стали называть друг друга «дамы и господа». В общении между собой, кстати, республики отходят постепенно от оккупационного русского языка и переходят на независимый английский. Поэтому на переговоры все приезжают со своими переводчиками, что несколько, конечно, замедляет развитие добрососедских отношений. Я думаю, правильнее бы было перейти сразу на рисунки. Скажем, просящая сторона рисует бензоколонку, в ответ получает эскиз кукиша. Вообще, за последнее время демократы на всей территории БССР все чаще прибегают к испытанному приему коммунистов, придумыванию новых непонятных слов. Как-то либерализация, индексация цен, приватизация, потребительская корзина. Особых успехов достигло в этом отношении российское правительство. А господин Гайдар на вопрос, будет ли денежная реформа, отвечает примерно так. Товарно-денежная масса должна быть адекватна потребительской корзине, которая в результате индексации, и должна как раз либерализировать остаточный продукт согласно рублевой единице на всем рублевом пространстве. Такой ответ каждый раз тревожит телезрителей. Появляется масса слухов, например, что в России вместо рублей скоро войдут в обращение просроченные лотерейные билеты, а в Прибалтике бывшая восточно-германская марка с портретом Эрика Хонекера. А мы затянем дужи поясок и позабудем все свои желания. Нам съесть хотя бы чего-нибудь кусок любой еды, пусть даже без названия. Но Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Извините. Да? Да, здравствуйте, господин вице-премьер. Понятно. В России событием месяца, безусловно, стал выход наших лидеров в народ. И их удивление по поводу результатов своих реформ. Особенно удивила их колбаса за 170 рублей. Председатель Верховного Совета, вернувшись потрясенный из народа, даже пытался туда послать вице-премьера, чтобы того тоже потрясло. Но тот сказал, что подождет, пока будет уплачен установленный налог на производство, который еще ничего не производит. Словом, рыночные отношения чуть было там наверху не переросли в базарные. А цены тем временем продолжали освобождаться. И, наконец, действительно стали свободными, что означает, пришел в магазин, увидел цены и свободен. Дорогие демократы, я вношу поправку. Вы едите сервелат, мы зеленую травку. Да, хорошо. Просят, поскольку заканчивается время в эфире, переходить уже непосредственно к прогнозу. Итак, расположение звезд на небе говорит нам о том, что в ближайшее время нашим руководителям вечером с 20 хотя бы до 24 лучше не заниматься делами, а немножко подумать, почитать Толстого, Пушкина, учебник истории, наконец. Если это сделать не удастся им, то создастся благоприятная обстановка для распада независимых государств на еще более независимые. Далее. Всех, конечно, тревожит один вопрос. Будет ли денежная реформа? Будет. Почему? Согласно народной примете, если наше правительство говорит, что чего-то не будет, это сбудется непременно. В чем будет заключаться эта реформа? В том, в чем правительство клянется, что она заключаться не будет. Будет ли приватизация? Не будет. Согласно той же примете, если правительство клянется, что что-то будет, этого не будет никогда. Несмотря даже на принятые в верхах законы, их просто будут продолжать тормозить вторые эшелоны власти по одной простой причине, им надо чем-то заниматься. Они
их все-таки целые эшелоны. И я думаю, что благодаря этим эшелонам власти даже вскоре появятся новые плакаты типа «Да здравствует капитализм, светлое будущее всего человечества», а в префектурах и доски почета героев капиталистического труда. Пробил час рэм, когда кругом мал. Видел Сасун, wash and go, инком банк. Экорамбурс. Могу порадовать. Новый год будет богат великими делами, свершениями, референдумами, сессиями, переносом времени туда на час, потом обратно на час. На все это нужны будут деньги, поэтому будут увеличены налоги. Бывшие коммунисты будут продолжать обзывать друг друга коммунистами за право считаться демократами. На это нужны будут дополнительные деньги. Поэтому будут введены дополнительные налоги. Народ будет продолжать над всем этим смеяться, придумывать анекдоты. В этом вам поможет наше бывшее центральное телевидение. Правда, тем, кто его отключил, уже ничто не поможет. Мне особенно приятно сказать, что в этом году появится новая сатирическая телевизионная передача, названная по идее писателя Аркадия Хайта «12 разгневанных мужчин». Почему 12? Потому что 12 месяцев в году. Ну, а разгневанные мужчины, вы, естественно, все прекрасно понимаете, это наши ведущие сатирики. Согласно народной мудрости, на то и сатирик в обществе, чтобы не дремал политик. Я хочу сразу вас предупредить, уважаемые телезрители, что все эти передачи будут заряжены лучшими парапсихологами БССР. Поэтому, кто будет их регулярно смотреть, у того значительно легче рассосутся проблемы и невзгоды. На этом один из разгневанных мужчин уже прощается с вами. Пока. И прощается анекдотом года. Пролетарии всех стран, извините. Проводили мы 86-й год.